Сотрудники Халкбанк провели семинар-тренинг по финансовой грамотности в Атырау. Его участниками стали местные представители СМИ. Партнером обучения выступил фонд тюркоязычных журналистов. Собравшимся рассказали, как не попасть на уловки интернет-мошенников и как правильно инвестировать деньги. Также представители банка презентовали социальные проекты, которые уже давно полюбились казахстанцам. Интернет-мошенничество стало настоящим бичом современного общества. Не осталось ни одного казахстанца, кому не приходили опасные рассылки. Жертвами мошенников стали более 10 тысяч человек. Преступники похитили более 18 миллиардов тенге народных денег. Для профилактики подобных фактов важно повышать финансовую грамотность населения, уверены спикеры тренинга. На сегодняшний день задача научить наших жителей, наших клиентов безопасности, так как мошенничество очень сильно сейчас развито, и Халкбанк в приоритете – это безопасность наших клиентов. В этом плане Халкбанк очень сильно проводит работу по финансовой грамотности, и мы сегодня собрали всех журналистов для того, чтобы обучить их, и через них уже передавать нашим жителям о том, что есть мошенничество и как с этим бороться. В ходе семинар-тренинга специалисты Халкбанка рассказали о всех уловках интернет-мошенников и как их избежать. В целом спикеры затронули темы финансовой грамотности, деловой журналистики и внедрения искусственного интеллекта в работу. Біз бүгін жасанды интеллекттің көмегімен қаржылық сауаттылық, оның ішінде интернеттегі алаяқтық және қазақ журналистерінің осы қаржы тақырыбына жазатын жаңа буынын қалыптастыруды көздейміз. Халкбанкпен бірге вебинарды да бастап отырмыз. Ол Қазақстан бойынша бүкіл аймақтардағы қаржылық журналистиканы меңгеретін журналистерге үлкен көмек болады. Одна из участниц тренинга – Дана Тимиргалиева. Журналистка уверена, что сейчас необходимо активно работать в направлении повышения финансовой грамотности населения. И в этом большая роль ложится на журналистов. Очень для нас интересно и познавательно, я думаю, вообще для всех жителей узнать, что такое финансовая грамотность, какие виды мошенничества есть, то есть что следует делать, как нужно пользоваться карточками. Даже финансовая грамотность для учеников, так как мы знаем, что школьники сейчас пользуются картами, что нужно делать, что не нужно говорить трехзначные коды. Семинар-тренинг, организованный в Атырауской области, найдет свое продолжение в Актау, Актобе, Шымкенте, Кызылорде и Туркестане. Кроме того, пройдут онлайн-вебинары по профилактике фактов интернет-мошенничества. Алия Жамитова, Адильхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырауская область.